найдет весне дорогу. И, конечно, что мне сейчас хочется, это мне хочется новых ароматов, вкусных, каких-то очень, знаете, приятных, цветочных, каких-то сладких. И я решила сделать заказик на рандеву и заказать себе два аромабокса. Первый аромабокс – это Мансера. И второй аромабокс – это Байреда. Байреда я очень люблю. У меня есть вот этот бал Африка, да, не помню, как он вот прям точно называется. У меня есть большая бутылка, очень мне нравится. Я, девчонки, очень хотела попробовать бланш аромат. Вы знаете, многие прям, ой, это такой аромат, такой аромат. Для меня это аромат, знаете, чего? Ландыша. Ландыша и... Вот он не особо мне, если честно, нравится. То есть он мне напоминает какой-то... Не знаю, освежитель воздуха, честно. Мне вообще он не зашел. Мне очень понравился вот этот аромат. Библиотекарь называется. Это аромат безумно приятный, легкий, цветочный, но не сильно сладкий. Прям классно. Вот этот аромат, значит, бланш не особо. Хотя я не знаю, может быть, он, знаете, раскроется как-то. Интересно. Следующий аромат — это Flower Head, вот так называется, это что-то цветочное. Вот этот тоже очень приятный, мне нравится. Следующий аромат — Gips Water. Ну-ка, давайте сейчас мы с вами бжикнем. Ой, вкусный. Это, знаете, аромат такой вот, он не совсем легкий, он безумно приятный, такие тонкие ноты у него, чего-то сладкого, прям вообще классный. Следующий аромат идет палп или пелп. Я сейчас вся буду в ароматах, в разных. И, девчонки, знаете, я так люблю вот эти вот. Чем мне нравятся вот эти пробные версии? Во-первых, их она очень долго хватает. Во-вторых, я всегда люблю в сумку класть с собой ароматы, чтобы приятно пахнуть. Я на работу всегда беру. Так, сейчас нюхаю. О, это очень приятный аромат. Он такой сладкий, но с такой, знаете, перчинкой. Прям вот реально с такой перчинкой какой-то крутой. Ой, такой необычный, вообще клевый. Дальше аромат идет Mixed Emotion. Вот так. И знаете, что еще делаю? Вот есть ароматы, которые, например, на мне не очень нравятся, но они как бы пахнут приятно, но на себе я их не ношу. Я что делаю в офисе? Кто-то в офисе, кто-то на работе. В своем кабинете что я делаю? У меня там обои, я прям на обои немножко брызгаю. И всегда кто-то заходит ко мне в кабинет, говорит: ой, как у вас приятно пахнет, Яна Сергеевна. Я говорю: да, у меня приятно пахнет. Ой, вот этот мне уже нравится. И это аромат Mixed Emotion. Он тоже такой сладковатый. Мне отдает какой-то ментолом каким-то. Классный. Так, и следующий аромат — Байреда Махев Хост. Я, конечно, еще тот англичанин. Я сейчас вся буду в этих ароматах. Ну-кась. Ой, вот это очень вкусно. Это, знаете, что это? Цветы. Это весна, это что-то сладенькое, ненавязчивое, неприторное, а очень вкусное. Скажи, тебе нравится? Ой, как вкусно! Ой, как вкусно! Сейчас покажу вам. Вот этот аромат просто офигенный. Мне, значит, что? Мне телефонный звонок нарушил мой рассказ. Короче, мне понравилось практически все. Кроме, бланш так себе, надо посмотреть, как он, кстати, раскроется на мне.
надо это все поносить и с этим пожить. Но вот этот вот аромабокс очень классный, номер 24. Девчонки, следующий аромабокс тоже офигенный. Это Мансера. Мансеру я очень люблю. У меня было несколько ароматов. Я покупала себе тоже Мансеру. Но я брала не полноразмерную, конечно, версию, потому что она безумно дорогая. Я тоже брала себе какие-то вот такие нараспив ароматы. И, если честно, мне нравится практически все. Вот я хочу вот этот попробовать аромат. Так. Я просто сейчас... Ну, вот этот, он, я сразу знаю, что он мне не зайдет. Он больше такой, знаете, древесный. Я древесный не очень люблю ароматы. Вот такой он с табакой, древесное что-то. Мне не заходит. Вот этот вот Inside Crush. Сейчас. Этот приятный. Вот этот Mancera Roses Ваниль. Ваниль тоже, если честно, я не очень люблю. Так, ну-ка. Куда бы это пшикнуть? Куда бы это пшикнуть? На ногу. Ну да, это ваниль. Такой сладкая-сладкая. Можно будет потаскать на себе. Вот этот очень приятный аромат мне понравился. И вот эти два мне тоже очень понравились. Вот этот аромат идет... черри с ароматом, он очень такой приятный, знаете, такой ягодный, что ли, такой вкусный, прям вот вкусный, хочется поесть. Вот, девчонки, так что, если как бы нет, да, на много денег на полноразмерку, можно с огромным удовольствием зайти на сайт Рандеву. Я обязательно вам оставлю все скидочки. По моему промокоду будет тоже действовать дополнительная скидка на аромабоксы, на любые, в общем-то, товары. Вот такую берешь штучку себе, аромабоксик, и живешь себе с огромным удовольствием, потому что эти ароматы, вот мне нравится их распыление, они, знаете, их надолго очень хватает, вот реально их хватает надолго, вот, так что ароматы крутые, кому интересно, обязательно заходите, вся информация в описании под видео. Девчонки, в прошлом видео забыла вам показать таблетки, которые дала собакам, 1185 рублей они стоят, вот так они называются, не знаю, хорошие нет, но мне порекомендовали. Сказали, что очень хорошие. Ну, посмотрим. Мишенька, моя красавица, пойдем. Девчонки, я собираюсь с подругами в хамам. Кс-кс-кс. Миш? Кс-кс-кс. Пятница вечер. Мы решили вечер провести в хамаме. Немножечко расслабиться, поболтать. Давно не общались. Заходи. Сейчас заказала в кафешке нам покушать. Хотели роллы, потом передумали. Решили, что лучше закажем шашлык. Сейчас попробуем, кстати, вкусный будет, нет? Решили заказать шашлык, картошечку. Короче, обжираловка, девчонки, не знаю. Вес стоит, хотя и в спортзале тружусь, но вес стоит. С одной стороны, вы знаете, мне муж сказал, слушай, тебе худеть уже все, хорош. Может быть, он и прав. Просто как-то на жескач опять не хочется. Вот. Вес у меня, сейчас покажу. Я сегодня в этом костюме сейчас поеду. Вес у меня так где-то 63. Вот он колеблется, 62, 63. Так вот он и есть. То есть, если, конечно, может быть, жестко бы как-нибудь, да, то пожестить, то, наверное, вес бы, конечно, бы ушел. Хотя я ем немного. Вот, ем я немного абсолютно. Так, готовлю быстро ужин. Но жестить тоже не хочется, знаете, прям совсем. И у меня сейчас самое главное просто удержание моего веса, чтобы он... не полз вверх. Иногда, конечно, бывает, когда я вижу, что он начинает ползти. Тут же я привожу себя в порядок. Я грешу, знаете, чем? Я очень люблю хлеб. И хлеб люблю... Вообще хлеб редко я ем.
Но когда я вижу хлеб вот этот вот в супермаркетах, знаете, чесночный багет, я не могу удержаться. Вчера сожрала половину такого батона чесночного. Вот вам и результат. Завтра все. Самое главное — легкий ужин. И не есть всякую фигню. Конфетки. Ну, конфетку тоже. Вот я в день одну съедаю конфетку. Но я считаю, это нормально. Что ж теперь вообще? Как мама скажет, все у тебя нормально. Я говорю, да. Когда я весила 76, ты мне тоже говорила, что все у тебя нормально. Все, мне самое главное. И сегодня у нас еще у Дани выступление. Муж поехал туда. Он сегодня участвует в конкурсе «Мистер Институт». Я тоже хотела, но сегодня я бы никак не смогла попасть. Даже баня здесь вообще ни при чем. У нас сегодня было пробное ОГЭ в школе. И мне по-любому надо было присутствовать. То есть я бы никак не успела доехать до Москвы. Вот. Девчонки, самое быстрое блюдо. Если, например, вам срочно надо что-то приготовить, обязательно имейте в холодильнике фарш. Даже можно, если что, замороженный, его разморозить. У меня всегда соус есть в банке, я вам вчера показывала. Вчера или когда? В прошлом влоге. Я уж не помню. Все, быстро соус забацали, быстренько макароны сварили, специи, и все готово. И семья будет сыта. И я поеду с чувством выполненного долга, что всех я покормила. Вот эти салфетки всегда у меня. Что всех я покормила, все будут сыты, все будет нормально. Все, я помчалась отдыхать. Смотрите, какие шикарные у меня выросли кусты, кустища. Очень хочу пересадить в большой горшок, вот, чтобы потом все это вынести на патио. И они будут цвести все лето. Я вот сейчас занимаюсь, вот видите, обрезаю то, что... Ну, то, что же такое, не кондей. Вот. Они у меня всю зиму стояли. Вот там. Вот они стоят. Видите? Но горшочки для них уже маленькие. И мне нужно срочно что-то делать. Хочу пересадить. Посмотрим. Сейчас потеплеет. Куплю горшки и пересажу. Вот такая красота. Точнее, наверное, даже надо пересаживать, когда уже выставлять, наверное, на улицу. Посмотрим. Вот такие вот красотища деревья. Ну, зачем ждать тепла, если можно сейчас уже все сделать? У меня, короче, было вот это мужское счастье, оно загнулось. Оно, может быть, еще не загнулось. Я сейчас попробую куда-нибудь его посадить и реанимировать. Вот, взяла два куста и пересадила. Большой вот этот у меня большой вазон, большой, красивый. Вот, мне очень нравится. Просто, если они будут расти, будет шикарно. Просто надо здесь немножечко сейчас прорежу. Ну, немножко сделаю посвободней. И будет красота. Ну, все, в общем-то, я убралась. Везде чистота, порядок. Помыла полы. Даня вчера занял второе место в конкурсе. Он вице-мистер институт. Вот такая красота. Я уже сделала пиццу такую, ну не пиццу, мальчишкам. Вот. Мне там еще пылесос ездит на втором этаже. Сейчас помою еще на втором этаже полы и все. И можно сесть и занять любимое положение на диване. Девчонки, обновила немножко стрижку. Сделала себе вот такую челочку. Она мне сделала каре, но какую-то с градуировкой. Буквально там несколько прям сантиметров убрала мне длину. Мне нравится. Красота. Какая на улице прелестная погода. Смотрите, как уже быстро сходит снег. Надо вот эту вот кучу разбить. Сейчас мы, наверное, с Данькой займемся. Вот уже даже веточки мои видны. Все мои кустики живы. Немножечко, конечно, их снег
поломал. Ну ничего. Нормальненько. Здесь очень сильно поднялась, точнее опустилась земля, не знаю, может потом она, конечно, поднимется. Здесь у нас остатки тротуарной плитки. Мы будем делать вот сюда дорожку. Вообще, по-хорошему, знаете, я вот сейчас стою и думаю, наверное, нужно вообще вот так вот это все сделать плиткой. Прям вот эту вот площадку сделать плиткой. Не знаю, надо с Димой поговорить, что он скажет. Тут прям лед. Видите, лед. Вода там фигачит, журчит, шумит. Но уже прям весна вовсю, вообще очень круто, классно. Дорожка сначала у нас вот это вот так вот вниз ушла, земля ушла. Сейчас она, смотрю, выравнивается. Ну и здесь мои кустики. Все живы. Вот тут уже даже что-то, смотрите, уже первые какие-то. Вон там уже тюльпашки начинают. Сюда надо, конечно, земли. Вот, прикупить. Все это будем делать скоро с вами. Здесь он тоже, видите, снег надо будет раскидать. Чтобы он быстрее растаял лопатой. Ну и здесь тоже елочка в порядке. Все здесь в порядке. Здесь уже вон бутончики. Сирень моя. Та, наверное, так и загнулась сирень. Но ничего страшного. Будем реанимировать все. Будем все делать. Будем зашивать низ в этом году однозначно, обязательно. Вот, здесь уже смородинка. Короче, красотища. Скоро здесь все будет зелено, красиво. Будут цветочки. Класс. Идите сюда. Ева, ты куда в грязь поперлась? Я тут зашла, у нас открыли новый магазин. Купила собакам такие две миски для воды. Большие, одинаковые. Потому что у них там маленькая пластиковая была. Одна 379. А вторая, мне кажется, 351. Я не знаю, почему. Короче, вот две миски. Взяла вот такие им угощения. Угощения! Что, дать вам? Да? Сейчас. И взяла вот такие два паштета новых каких-то. Вот такая фирма. Ни разу не брали. Посмотрим. Вот это они любят. Вот этот паштет. Вот. И Еве купили очередной ошейник. Потому что кто-то грызет ее ошейники. Я надеюсь, в этот раз все будет нормально. Ева, ты должна защищать свой ошейник и не давать ей его грызть. Поняла? Лиза, а ты не вздумай больше так делать. Я в своей прекрасной позе. Вчера, кстати, сделала педикюр такой яркий. Взяла наконец-то спицы. Такая красота получается. Это будет капор. Он будет весна-осень. Девочки, которые хотят заказики, уже заказывают себе и на зиму, чтобы потом не ждать. Рядом со мной всегда Ева. Это просто постоянный мой человек, который рядом со мной. Такой ошейник я купила. Очень красивый. Мне кажется, ей подходит. Еще бы стразить сюда. Ну ладно. Что-то про маньяков. Я смотрю в очередной раз. Короче. И отдыхаю в чистоте, в порядке. Все проветрено, все убрано, все чистенько. Как я люблю. Видите? Лиза, ничего, что я тут сижу вообще, как бы, ничего, да? Она бабушку увидела. Я не могу над этой собакой. Да что ж такое-то, а?
сегодня? А сегодня копченая рыбка. Тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Ура! Копченая рыбка, смотрите, какая, салатик, все по-весеннему. Ты им запах передай. А пахнет. Как вкусно пахнет. Короче, кушаем. Мы выехали в город погулять с собаками. Это мне сегодня утром был стресс. Я Даню потеряла. Он спал, а я уже себе что-то не напридумывала. И просто мне было очень плохо. До сих пор голова болит. Вот. Здесь у нас такая набережная. Я уже вам летом показывала. Короче, я поняла одно, что надо чаще с собаками выезжать. Сегодня прекрасная у нас погода. Плюс 14. Прям весна. Вообще класс. Ветра нет. Прям круто-круто. Все, мы приехали к себе на участок. Снега уже все меньше и меньше. Все занимаются тем, что снег разбрасывают. Но мы тоже немножко, муж так лопатой поделал, чтобы он быстрее потаял. Собаки нагулялись, все грязные. Сейчас пойду их мыть. Вот. Даня, может быть, приедет домой. Сегодня воскресенье. Он думает. Я еще такой девчонке стресс испытала просто. Думала, что он куда-то пропал. Он просто спал. Я, конечно, понимаю, что нельзя быть такой больной, но очень сложно с собой справиться. На улице очень тепло, вот просто неимоверно круто тепло. Ева! Ева! Сейчас пойду их мыть. Здесь он тоже. Короче, нам еще дело тут, блин, пипец. Как представлю вот это все опять. Слушай, дела вообще не заканчиваются, да? Тут он, смотри, сколько камней. Это мы, наверное, этой, когда снег чистили. Ну, может быть, да. А вот эту фигню мы палки эти будем жечь, да? Нет? Да. Это эти будут дорожки. Ну, их жечь надо. Не, надо их потом не использовать. Куда? Вместо вот этих дорожек по стенам. Сделала заказ продуктов, и как всегда, вот, блин, вот смотрите, какой привезли салат. Ну просто, вот это вот вообще это что? Взяла индейку, горошек, кукуруза, творог, чудо-йогурты, хлеб, руккола, помидоры, яблоки и редиска, еще картофель. Вот так. Девчонки, я, в общем-то, вышла на чистое питание сегодняшнего дня. Но я как-то... Ой, я вам, знаете, что не показала? Ну-ка, давайте. Каждый раз, проходя по лестнице, я все забываю вам показать. Смотрите, какие у меня картины весенние. А я их еще купила перед 8 марта. Это тюльпаны. Вот такие тюльпаны. Ну, постер я покупаю. И меняю, вы знаете. И вот. И когда мы спускаемся, видите, какая у нас тут красота. А там еще вот у нас соседи. Блин, и так оно такое грязное, надо будет летом помыть. У них там такой бардак. А еще что мама сделала? Помыла собак. Они чистые, да? Еще Дима сделал вытяжку на втором этаже. Почему он ее сразу не сделал, не знаю. Мы сейчас же хотим потолок натяжной делать на первом этаже. Надо было вытяжку. Вот он сегодня сделал. Я сейчас хочу одеться, выйти, подышать на улицу, походить. Я вам говорю, что-то мне сегодня, знаете, вот мысли мои скакуны. Я вышла на чистое питание, потому что хватит вот это, знаете, все вот это, когда ты на расслабоне, на вот этом постоянном, и получается все равно, вроде питаешься нормально, а все равно какие-то косяки. У меня еще глажка тут, просто целый ворох, девчонки, но у меня просто нет настроения. Я сегодня настолько вот перенервничала, я понимаю, что так нельзя, даже Данька сейчас едет домой, он тоже дико испугался. Он сказал: мама, ну что ж ты такая? Я же говорит, ну я
просто проспала. Я все, у меня в голове мысли еще с этими со всеми событиями, которые творятся в... Ой, Лиза, я тебе чуть на голову не наступила. Которые творятся в мире. Знаете, все так, как это страшно. Ай, я себе понапридумывала. Сейчас пойду прогуляюсь. У меня тут еще белье уже высохло, наверное. Сушила сегодня на сушилке здесь, потому что комната здесь очень теплая, солнышко. Вот оно все высохло. Короче, надо как-то собраться с мыслями, как-то надо себя привести в порядок. Я вообще хотела поспать лечь, потом передумала. А сейчас уже время 5, уже куда спать? Прыгай. Девчонки, я вообще очень такая тревожная женщина. Вот, чересчур тревожная. Может быть, это как-то не видно, но все, что касается детей, я мега тревожная. Да? Мама мега тревожна. Нельзя быть такой тревожной. Ну, нельзя. Мы сегодня же погуляли с ними в городе. Теперь я решила, что надо чаще выезжать с Лизой на прогулку. Я подумала теперь, знаете, вечерами, когда я не буду в спортзале, в дни, когда я буду свободна, надо будет прям на все забивать и ехать. Я вот сейчас сделала, у меня осталось 3 заказа шапочек, ну, точнее, не 3, уже один практически капор я довязала на заказ, у меня осталась шапка и капор, и пока заказов нет, я даже, если честно, рада тому, что нет заказов. Я, наконец-таки, довяжу себе свитер, у меня еще есть нитки для одной очень интересной задумки, тоже кофточку. Я хочу себе связать. Короче, надо заняться, отвлечься и думать о хорошем. А то вот это вот все, оно, знаете, я даже вчера телевизор не включала. Вчера была суббота, все было понятно, что было. 9 дней, да, со дня теракта. Не включала телевизор. Мне подруга пишет, говорит, утром, говорит, слушай, говорит, телевизор вообще, говорит, хоть не смотри, говорит, настолько, ну, вот голова сразу начинает болеть. Очень многих, кстати, я с прошлого влога заблокировала. Смотрите вы, наверное, меня или нет, не знаю уже, но заблокировала. Почему? Потому что начинаются вот эти вот политические какие-то моменты. Я это не считаю это правильным. Страдают обычные невинные люди, и вот это друг другу еще, знаете, давить на больную мозоль, мне кажется, это совершенно ни к чему, что с одной, что с другой стороны. Давить на больную мозоль никому не хочется. Да? Не хочется никому, да, давить на больную мозоль, потому что все переживают, все люди, да, все беспокоятся, всем страшно, все хотят мира на земле, мира, доброты, любви, да, чтобы все были счастливые, любимые и близкие, чтобы всегда были рядом. Короче, на такой ноте я буду заканчивать сегодняшний влог. Всех вас целую и всем пока.